Юные спортсмены не прекращают тренировки даже в такие жаркие дни. Дети стремятся к новым достижениям и победам. Каникулы проводят с пользой. Ирина Коваленко расскажет о летней спортивной подготовке. На стадионе «Томусинец» тренируются представители разных видов спорта. Места хватает всем. В нашем стадионе кипит бурная спортивная жизнь. Практически все отделения спортивных школ, а их у нас 7 школ, занимается порядка 2800 ребятишек по разным видам спорта. Ну, всего 15 видов спорта, которые культивируют управление спортом. Редкий город может похвастать такими условиями для спортсменов. Отличные созданы для легкоатлетов, футболистов, боксеров, борцов, лыжников. Такую оценку дают специалисты. Наш стадион нисколько не хуже стадионов, которые есть в России. У нас сейчас дорожка качественная, хорошая, и прыжковая яма, и опять же близость реки, дамбы, вот это лыжероллерная трасса, где мы, легкоатлеты, тоже можем сделать определенную задачу. Прыжковая яма хорошая, великолепный песок сейчас. То есть просто даже мы с каким-то удовольствием сейчас прыгаем, условия просто великолепные. Футбол не просто любимая игра миллионов, но и неотъемлемая часть подготовки юных спортсменов. С легкоатлетами соседствуют боксеры. Лето – отличное время, чтобы проводить тренировки на свежем воздухе. А за летом мы стараемся как можно больше объемов набрать, побегать, выносливость общую развить, поподтягиваться, поотжиматься, то есть общую силу развить в ребятах. Ну и что наиболее важно, это, конечно, координацию, ловкость движений, когда есть возможность в различные спортивные игры играть. В шаге от стадиона трасса для лыжников. Свое лето они проводят здесь. От палящего солнца лыжники прячутся в помещении. Тренировки продолжаются. Летняя подготовка – это базовая подготовка, без которой зиму просто не выдержать. Если дом построить без фундамента, он долго не простоит. Вот точно так же и лыжник. Занимаешь какие-то места, призы. Ну, до этого надо еще тренироваться, а тренироваться надо без халтуры. Как говорит наш тренер, химичишь, ну, то есть халтуришь. Помимо тренировочного процесса, тренеры следят и за восстановительным. Для спортсменов организованы лагеря дневного пребывания. На Томусинце дети могут отдохнуть и полноценно покушать. Присоединиться к чемпионам могут все желающие. Занятия в междуреченских спортшколах проводятся бесплатно. Ирина Коваленко, Михаил Чеканов, Новости Плюс.